положили дров. Присаживайся и согрейся. Если желаешь, посидим, посмеемся, выпьем наспор, что может... Ха, это мы еще поглядим. У меня тут особая настойка, очень крепкое пойло. Ну, сдрогнули. А, да ты небось просто трусишь. Ну, я начну. До дна. Моя очередь. Одну иметь мне еще одну. Да, да. А как насчет тебя? Ага, все так говорят. Но мне что-то уже хватит, пожалуй. Давай еще по одной, и тогда твоя взяла. Ага, у тебя и вправду получилось. Посох твой. Слушай, с тобой пить одно удовольствие. Я знаю, тут неподалеку одно милое местечко, там вино течет. Эй, что-то ты неважно выглядишь. Просыпайся. Да-да, пора вставать, пьяное богохульное чудовище. Небось, даже не помнишь, как... А это значит, что ты не помнишь своего пьяного угара и осквернения храма... Я бы с радостью помогла тебе освежить память, но я очень занята. Но если ты поможешь мне убраться, а потом извинишься, может, я отказываюсь говорить, пока ты не уберешь свой бардак. Что ж, пожертвование нам не помешает. А, да в твоем пьяном бормотании попробуй разбери хоть слово. Что-то там было про Рорикстен. Может, тебе туда надо? Эй, ты! Это ж сколько наглости! Извинения не принимаются. Моя Гледа теперь неизвестно где. Одинокая, напуганная. Как тебе... А то. И не думай даже возвращаться в Рорикстен, пока не заберешь ее у великана. Славного денька.
Видок у тебя какой-то потрёп. Клеточка моя. Я все в толк не возьму. Зачем было ее красть? Я смог только разобрать слова, когда расплачусь с Изольдой в Айтране. Конечно, терпеливо. Ой, а что случилось? Помолвка с... Ну, мне прямо жаль. Я так ждала вашей свадьбы. По твоим словам, вы таких интересных... Но оно же должно быть у твоей невесты. Неужто... И все это после такой романтической истории о встрече в роще ведьмин туман? Ясное дело, что... Ладно, ладно. Да уж, трезвость тебе не к лицу. Церемония вроде должна была проходить в морге. А твоим свидетелем должен был быть твой друг Сэм. Ты здесь, а я уж думал, что ты сюда не доберешься. Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. А, перья ворожеи и прочее, можешь их выкинуть, понимаешь? Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. Да? Просто шутка. Да и дрический лорд разгола не занимает. Все начиналось как мелкая забава, признаю. Но вскоре я понял, что из тебя получится интересный носитель моего не очень святого посоха. Да на здоровье. Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Заходи, заходи. У нас теплый...